спасатели Файер-Робот. Помощь наша когда нужна, в Мегасити зовите же нас скорей. Ничто не остановит Файер-Робот. Так вперед и огонь истреблять, Феникс, и в небе летать, Икару, и собой землю сотрясать. Юпи! Мы спасатели Файер-Робот. Ромео и Джульетта. Да, хорошо, мы тут точно с тобой пойдем. Прости. Да, садись. Вы знаете, что мы начинаем репетировать пьесу. В этом году мы ставим «Ромео и Джульетту». Что? Джульетту выберут в другом классе, а вам предстоит выбрать Ромео. Ну, кто бы хотел сыграть его? Есть желающие? Я знаю, им будет Янкан. Я тоже так считаю. Идеальный Ромео. Йен, что скажешь? Что? Я Ромео? А как думают другие? Мы за! Йен, да или нет? Да. Вы возлюбленные? Невыносимо. Почему я должна играть с тобой? Мне это тоже не нужно. Меня заставили сказать «да». А ты? Почему ты, Джульетта? Мы тянули соломинки, и я проиграла. Ух ты, какое сильное чувство. Вы точно будете иметь успех. Мария, может, нам взять билеты? Ромео и Джульетта – комедия? Что ж, посмеемся. Это не комедия! Ты хоть знаешь, о чем пьеса? Конечно, еще бы. Быть или не быть – вот в чем вопрос. Ой, это из «Гамлета», Йен. Хватит! Школьная пьеса, зачем так волноваться? Да уж, я огорчен не меньше ее. Спокойно, есть идея. Вместо того, чтобы ссориться, спросите учительницу, нельзя ли поменять роли. Ладно. Нет. Мне нужны актеры в костюмах. Это и к вам относится. Вам было суждено сыграть эти роли Ромео и Джульетта. Замолчи! О, нет. Отлично смотрится. Привет, Йен. Ты такой красивый. Правда, спасибо. Так, актеры, сейчас начнем репетицию. Рабочие, помогите повесить снаружи афиши. Хорошо! Хорошо. Видел трико Йена? Такие ножки. Чем пахнет? Там другие слова, Йен. Сосредоточься. Спокойно, я не шучу. Явно что-то горит. О, нет. Эй, все сюда. Проход перекрыт. Как хорошо. Эй, почему отказал спринклер? Что такое? Все за мной, быстрее! Как ты? А?
Это Тео. Пожалуйста, ответьте. Срочно! Да, Тео. В чем дело? В школьном театре пожар. Нужна помощь. Да, наш долг – прийти на помощь. Титан, вперед! Быстрее, здесь можно выйти. В сторону дороги! Ой, опять они! Юрий, осторожно! Йен! Сцена! Что? Что нам делать? Не бойся, я с тобой. Как-нибудь выберемся. Держитесь, друзья, я вас спасу. Сена, я рад, что ты выбралась. Йен, все еще внутри. Что? Его надо спасти. Роботы, включаем! Йен, я сейчас. Это Икарус! А где Феникс? Мы не можем стоять, это опасно. Юри, жди, я вернусь. Но мне страшно, не уходи. Не бойся, Юри, я скоро вернусь, ладно? Осторожно. О нет, тут не пройти. Если мы не выберемся... О, Юрий! Тай один! Как я рад тебя видеть! Там Юрий! Быстрей! Тай один, трансформация! Транспуск! Держись! Я не могу использовать трос! Йен! Как ты? Ребята! Элемент! Активация! Огнетушитель! Струя! Тео, помоги Юре! Хорошо! Она надышалась дыма. Унеси ее. Я все сделаю. Йен, держись! Я помогу тебе! Сена, осторожно! Вода проводит электричество! Геркулес, спасем его! Сена, постой! Ваши костюмы способны противостоять огню. Не электричеству. Дождись Икаруса. Простите, нет времени. Геркулес сумеет справиться с током. Сена, не надо рисковать. Дождись Тео. О, Сена! Йен! Осторожно! Сена! Йен,
быстрее. Сена! О, нет! Сена! Ответь, Сена! О, Сена! Очнись! О, пожалуйста! Сена, скажи что-нибудь! Проснулась? А что случилось? Йен был здесь всю ночь. Сена, очнись. Открой глаза. Сена, все хорошо, да? Сена! Все нормально? Пусти меня! Сена, проснулась? Йен, почему ты лежишь на полу? Вероятно, он не выспался. Сена, у тебя красное лицо. О, и ты горишь! Феникс. Добро пожаловать. Образовательная экскурсия средней школы Мега. Ух ты! О, надо же! Ух, здорово! Можно потише, Йен? О, здорово! Колоссально! Здесь работает наша восходящая звезда. Чарли! Да? О, он наш ровесник. Привет. Чарли одних с вами лет. Но на недавней Олимпиаде умельцев он получил первый приз за авторемонт. Чтобы его мечта сбылась, каждый день после школы он приходит сюда. Мы взяли его, не задумываясь. Прям наша история. Так всю работу делают машины. Зачем вам Чарли? Да, чтобы делать автомобили, уже не нужны люди. Да, они в своем репертуаре. Да, машины делают все, кроме ремонта. Есть вещи, с которыми машины не справятся. Поэтому нам нужно знать все на зубок, чтобы разбирать автомобили и снова собирать. Вот, к примеру, Феникс. Феникс? Да, его сделал мой отец. Так назвать машину! Надоели. Она старая и больше не ходит. Но я отремонтирую ее, чтобы можно было ездить. Я мечтаю стать механиком, чтобы отец гордился мной. Странная мечта! Ничего странного. Я тоже мечтаю стать пожарным, как мой папа. У нас уже есть роботы пожарные. Зачем нам еще пожарные? Точно! Неправда. Мега-Сити нуждается в помощи пожарных. В отличие от роботов пожарных, у них есть технические знания и опыт. Они важны для безопасности. Да. Откуда ты знаешь? Вероятно, он робот пожарный. Да, я робот пожарный Феникс. Ой, не могу! Он Феникс! Спасибо, рассмешил, Феникс! А? Что это? Что с машиной? О, ну и развалюха! Тебе попадет. Ничего, сфотографируй. Давай, давай, скорее, быстрее, ну. Эй, что ты сделал?
Я ничего не делал. Что происходит? Ну, что предпримите, роботы пожарные? Быстрее, сюда! Подождите! Не забудьте про нас! Чарли, вернись! Мистер Рис! О, нет! Это Тео! Все целы, Тео? Да, но нужна помощь. Пришлите Титана. Да, посылаю. Наш долг – прийти на помощь. Вперед! Начнется веселье. Я останусь здесь и потушу пожар, а вы спасайте тех, кто внутри. Есть! Геркулес, огнетушитель, струя! Я нашел рабочего, выношу его. Я нашел рабочего. Т-1. Нужна кислородная маска. Ах ты так! Элемент активация! Феникс, пушка яиц. Режим плазмы. Йен, я помогу! Я справлюсь! Быстрее, унеси рабочего! Хорошо! Понял? Не связывайся с роботом пожарным! Йен, на заводе все еще находятся двое рабочих! Понял! Элемент активации! Феникс, пушка Икс, огнетушитель, струя! Это Феникс. Неплохо, но это еще не все. Тео! Да? Йен попал в беду. Быстро, на помощь! Есть! Тео, как ты? Бустеры пробиты. Это плохо. С двумя Йен не справится. Йен, немедленно выбирайся наружу. Сначала мистера Риса. А как же ты? Он ранен, ему нужны врачи. Я вернусь за тобой, а пока держись. Хорошо. Помоги ему. Не волнуйся. Йен, стой. Пусти. Меня ждет Чарли. Но ты же рискуешь жизнью. Ну и что? Я должен сделать это.
ради моей мечты и мечты Чарли. Отремонтирую ее, чтобы можно было ездить. Я мечтаю стать механиком, чтобы отец гордился мной. А, Йен. Чарли, где ты? Чарли! Я здесь. Скажу тебе честно, я, может, и Феникс, но не знаю, смогу ли я вызволить тебя из этого пожара. Есть идея. Что? Так. Ну, Феникс, поработай разок. Чарли. Порядок. Есть! Отлично! Залезай быстрее! Так, что ж, держись! Жги резину! Йен, давай! Йен! Ты отличный механик. В таком случае ты отличный пожарный. Ты знаешь, кто я? Я никому не скажу. Спасибо. Горячо. Прости, виноват. Нам еще нужно потушить пожар. Вперед! Что ж, за дело! Игра только началась, роботы пожарные. Мост в тумане. Доброе утро! Сегодня мост Мега окутан легким туманом. Поэтому немного сбавьте скорость и включите противотуманные фары. А теперь начнем день с чего-нибудь веселого. Доброе утро, командир! Ты уже на ногах? Как говорится, ранняя птичка ловит червя. Чтобы поймать червя, встают намного раньше. А вы что делаете в такую рань? Анализирую плотность тумана. Утром упала температура, я думала, туман будет густым, но, судя по всему, этого не произойдет. И это хорошо. Ух ты! Вы не только высматриваете пожары, но и следите за погодой? Здорово! Может, продолжишь свою тренировку, Йен? Понял. Да, командир, у нас выходной. У вас нет каких-то планов? Вы когда-нибудь покидаете штаб? Что-что? Я закончу пробежку. Йен-кан? Да? Это что, все упражнения? Но что бы вы предложили? Ведь сегодня у нас выходной. А главное, что с командиром? Она странно себя ведет. Йен, ты понимаешь, что происходит? Нет, абсолютно. Раз еще можете говорить, это слишком легко. Да, как раз сейчас я еду по мосту, сэр. Да, понятно, тогда я поднажму. Thank you.
Как быстро сгустился туман. Включу аварийный и замедлю ход. Ты прав? Откуда взялся такой туман? О, как вы? Сойер, не ушибся? А, отлично. А я так спешу. Что за погода? Мама! Детка, Сойер! Тревога! Тревога! Авария на мосту Мега. Скопилось около 30 машин. Наш долг – прийти на помощь. Вперед! Да, сэр! Есть! Феникс, включаю! Икарус, включаю! Геркулес, включаю! Непонятно. Клянусь, час назад туман рассеивался. Это очень странно. Туман только на мосту. Роботы-пожарные займутся машинами, а ты разберись, что это за туман. Хорошо, сэр. Роботы-пожарные! Геркулес, активация! Ха! Икарус, активация! Феникс, активация! Да! Я постараюсь расчистить путь для эвакуации. Хорошо. А мы с Йеном сначала на место аварии. В этом тумане опасно ехать. Знать бы, что происходит. Ян, останься здесь. Я двинусь дальше. Хорошо. Феникс, трос! Здесь опасно. Покиньте этот район. Не можем. Мы не видим, что впереди. Т1, включи свой свет как можно ярче. Следуйте по лучу, и все будет нормально. Спасибо. Дрон-1, проверь, не остался ли кто. Что? Мужчина в грузовике? Я сейчас. Не открывается. Ничего, подождите. Папа, мне страшно. О, нет. Ну уже, открывайся. Кто-нибудь, помогите. Здесь жена и дети. Элемент, активация. Ледяная пушка, струя. Выходите. Папа. Идите по мосту очень осторожно. О, спасибо. Нет слов. Большое спасибо, Икарус. О.
Сцена, у меня тут проблема. Нужна ваша помощь. Чуть позже. Я помогу. Сцена, где ты? Я рядом. Йен, быстрее! Хорошо. Элемент, активация. Пушка Икс. Режим плазмы. Вижу водителя. Йен, добрался до него? Я вылезаю. Йен! Держу. Хороший захват. Роботы пожарные. Считаете себя героями? Смотрите! Игра только началась. Он бесследно исчез. Есть результаты. Вы были правы. Это искусственный туман. Кто мог это сделать? Огненный танец. Посмотрим. Здесь должна быть лапша. Нашел. Тише. Ах ты. Вот тебе. Вот. Получай. Вот. О, переборщил. Вскипячу воду. Пожарная тревога, пожарная тревога. О, какой сильный пожар! Это фабрика. Может загореться сырье. Детали узнаете на месте. Действуйте, роботы пожарные. Есть, профессор! Феникс, включаю. Икарус, включаю. Геркулес, включаю. Какой пожар! Пожар! Это ужасно! О, нет! Не открывается! Посмотри на ручку! Кто запер дверь на крышу? Мы здесь задохнемся, спустимся в офис. Это роботы пожарные! Геркулес, активация! Икарус, активация! Феникс, активация!
Да! Пожар начался в бытовке на первом этаже. На восьмом этаже 3 человека. Так, я первый. В бытовке на первом этаже находится охранник. Как нам быть? Предоставьте первый этаж мне. Т1, нам предстоит подняться по лестнице. Йен, осторожно. Температура внутри растет. Все будет хорошо. Вперед, Т1. Геркулес, рентген-луч. А? Геркулес, приступаем к спасению. Геркулес, плазменная пила. Прямо военная зона. Так, второй этаж чист. Вперед! Пожар вспыхнул в бытовке на первом этаже. Сейчас несколько человек на восьмом. Используем лестницу. Поливай стену. Есть, сэр. Геркулес, огнетушитель, струя. Робот пожарный. Мы спасены, отлично. Мы здесь. В здании только вы? Да, мы трое. Выведите нас. Но, возможно, одна моя коллега. Она наверняка снаружи. Она была со мной в офисе. Потом пошла в туалет. Что, если она не может оттуда выйти? На каком этаже? На седьмом. Так, вот что. Выведите меня. Мы даже не уверены, что ваша коллега на седьмом этаже. Тео, вертолет уже в пути. Понял. Йен продолжит поиски, а ты эвакуируй всех на крышу. Да, мэм. Элемент активация. Пушка X. Режим плазмы. Ха! Я здесь, чтобы спасти ситуацию. Я рожден, чтобы стать героем. Возможно, завтраком героя. Сосредоточимся на пожаре. О, да. Так, на шестом этаже никого, направляюсь на седьмой. А? Что за звук? Йен, все нормально? Да, вишу здесь. Эй, помогите! Мы здесь! Спасите нас! Я первый! Сначала пострадавшие. Проходя сквозь дым, не дышите. Хорошо. Йен, не стоит пользоваться лестницей. А? К счастью, я на шестом этаже. А теперь на седьмом. Так, направляюсь в туалет. Нашел кого-то. Т1, кислородную маску. Йен, на всякий случай, еще раз проверь этот участок. Хорошо. Дрон-1, режим поиска. Чисто. Ухожу. О!
Как вы? Сейчас моя очередь. Но ему же плохо. Мне тоже плохо. Сейчас сяду я. Стойте! Меня тоже возьмете! Я на восьмом этаже. Жди, лестницу уже поднимают. Держись, Йен. Понял. Не двигайтесь, замрите. Руку, я упаду, спасите. Здесь нельзя находиться. Йен, потерпи. Лестница будет через минуту. У меня нет минуты. Сена! Воздушная подушка! Порядок. Теперь за работу. Потушим пожар. Есть, сэр. Ты понимаешь, что действовал безрассудно? Прости, но ведь все получилось. Да, благодаря мне. Брось, Тео, я настолько сплоховал? Помолчи. За что? За хорошую работу. Эй, я всегда предпочитал словесную похвалу. Переполох в музее. Ух ты, смотри. Вот это да. Интересно. Ты видел? А это что? Здорово. Как интересно. Да. Не понимаю. Это тебя интересует? Ожерелье фараона очень интересует. В нем таится проклятие. Проклятие? Ну, это, конечно, легенда. Но с каждым, кто коснется этого ожерелья, случается беда. О, правда? Тогда хорошо, что никто не может его коснуться из-за стекла. Где захочу, там устану. Эй, это нельзя делать. Снова эта парочка. Скорее, фотографируй. Хорошо, сейчас. 1, 2, 3. Йен? Отойди, ты же мешаешь, Йен. Эй, вы, туда нельзя заходить. Меня фотографируют, что в этом такого? Что? Вы хотите сказать, что не умеете читать? Чтобы не повредить артефакты, не заходите за ограждение. Осторожно, видишь? Ладно, выхожу, успокойся. Спасибо вам. Могло случиться непоправимое. Не за что. Я рад, что артефакты не пострадали. Тео, посмотри. Не трогайте музейные артефакты. Так им и надо. Что ж, мы в музее. Теперь войдем в него. Что это? Хе-х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 е-
Что это? Вошли. Что ты делаешь? Это для моего альбома. Займись делом. Этого ожерелья нам хватит до конца наших дней. Вот только этот лазер я купил через интернет. Будет работать? Давай включай. Немедленно выключи. Наконец выключился. Бежим! Эта штука не работает. Помогите! Откройте! Два, один, один. Что ты делаешь? Звоню 211. Что? Что ты делаешь? О какой помощи могут просить воры? Тогда что же нам делать? Позвони 911. Пожарная тревога, пожарная тревога. Место пожара – музей Мега. Музей Мега? Роботы пожарные, быстрее, в путь, вперед! Да! Есть, сэр! Геркулес, активация! Икарус, активация! Феникс, активация! Температура в зале растет очень быстро. Бесполезно. Тео, отойди. Элемент активация. Пушка X. Режим плазмы. Сцена. Сейчас. Отлично, Сэна. Ух ты! Сначала потушим пожар. Геркулес, огнетушитель, струя! Элемент активация. Пушка X, огнетушитель, струя. Элемент активация. Ледяная пушка, струя. Нашел двух охранников. Эвакуируй их. Йен, двое рабочих оказались заперты. Понял, мэм. Феникс спасет их. Не смеши меня. Начнем тушить. Есть, сэр. Нашел рабочих. Я знаю этого охранника. Как вы, сэр? Два вора. Сюда проникли два вора. Что? Два вора? Значит... Тео, где эти охранники? Их увезла скорая помощь. Мы спасли вовсе не охранников. Не понимаю, о чем ты? Эти двое в скорой помощи – воры! Что?
Нас спасли роботы-пожарные, вот повезло. Жаль только, что ушли с пустыми руками. Та-да! Из-за них начался пожар, и они же позвонили. Просто нет слов. Они едут к 11-й авеню. Йен, Тео, нужно схватить этих воров. Есть, сэр! Мы все сделаем! Вижу цель! Икарус! Ух ты! Приказываю остановиться! Да, останавливаюсь. Ишь, чего захотел? Нет уж. Ах ты так! Ну что ж. Что это? О, это Феникс! Остановитесь! Нет, еще чего! Это Геркулес, антикамера. Воры задержаны. Мы не хотим. Роботы-пожарные. Роботы-пожарные. Как вы поймали вас? Расскажите, как это произошло. Пожалуйста, пожалуйста, смотрите на меня. Расскажите. Вы же почти сделали это. Какая жалость. Во всем виноваты роботы-пожарные, ведь так? Я дам вам возможность отомстить. У меня есть план. Хотите поучаствовать? А что за план? Я намерен покончить с роботами-пожарными. Мы согласны. Герои в туннеле. Привет. Привет, Юрий. Если Юрий сядет рядом, это будет потрясающая экскурсия. Мечтай. Сэна, что ты здесь делаешь? Ты в другом классе. Садиться можно где хочешь. И, между прочим, я села сюда раньше тебя. Отлично, мы в одном автобусе. Тео, мы оказались в одном автобусе. Выходит, да. Все внимание! Во время экскурсии с нами будет особый гость. Капитан Сон из пожарной команды Мега. Надеюсь, наша поездка будет удачной. Поприветствуем капитана. Зачем нам нянька пожарный? Не знаю. Ух ты! Если взорвем эту машину в туннеле, там появятся роботы-пожарные. Ну да. А потом токсичные химикаты их просто прикончат. Интересно, за что этот странный тип их так ненавидит? Какая разница? Если бы не роботы-пожарные, мы бы уже продали ожерелье фараона и стали богачами. Да, лезут куда не надо. Жжет! Жжет! Бежим отсюда!
Она сейчас загорится! Что ты делаешь? Мы должны это взорвать, а ты тушишь! Верно. Побежим! Что ж, роботы-пожарные готовы поиграть? Что происходит? Пожар! Там пожар! Невероятно! Всем покинуть туннель! Быстро! Пожарный Ким, помогите всех эвакуировать, потом вернитесь сюда! Есть, сэр! Мы должны действовать! Да! Командир, вспыхнул пожар в туннеле Мега! Тео, посылаю Титана, ждите! Понял! Наш долг — прийти на помощь. Титан, вперед! Следуйте на аварийный свет. Покиньте туннель. Не останавливайся. Нет, нет, этого я не допущу. Что? Машины плавятся. Подарок для роботов-пожарных. Капитан! Открыть кран! Есть, сэр! Капитан, огонь не гаснет! Мы должны его потушить, иначе будут новые взрывы! Но, капитан, мы здесь долго не протянем! Помогите! Кто-нибудь, стой. Помогите! Кто-то зовет на помощь! Очнитесь! Слышите меня? Капитан! Пожарный Ким! Все эвакуированы! Да, сэр! Все уже за пределами туннеля! Отлично! Теперь ваша очередь! Быстро из туннеля! Есть, сэр! Капитан, сильный огонь, мы не пройдем. Когда огонь на секунду утихнет, я пробью водой путь. Вы должны быстро пройти. Нет, сэр, я не оставлю вас здесь. Это приказ. Но, капитан. Пожарный Ли, это ваш шанс. Я вернусь за вами, клянусь. Пошли. Почему Титан задерживается? Вот, он здесь. Вся вперед. Роботы-пожарные, включаем. Геркулес, активация. Икарус, активация. Феникс, активация! Да! Бежим! Да. Роботы пожарные! Теперь мы все берем на себя! Капитан, тушит пожар один! Помогите ему! Мы все сделаем! Yeah.
Дай два. Нужна кислородная маска. Геркулес, огнетушитель, струя. Элемент активация. Пушка X, огнетушитель, струя. Капитан, я вынесу вас отсюда. Вот это да! Капитан, рискуя жизнью, тушил пожар. Да, столько времени в этом дыму. Какое мужество! Кажется, теперь все в безопасности, сэр. Что ж, я рад это слышать. А? Что-то с экраном дрона 3. Он почернел. Ага. О, нет, профессор. Это плохо. Ян, Сэн, немедленно покиньте туннель. Сэр, в чем дело, профессор? Сэна! А, что? Что это? Мой костюм плавится! Пушка Феникс, струя! Пушка Икарус, струя! Что это значит? Огнетушитель не помогает. Йен, Тео, спокойно. Чтобы спасти Сэну, вам нужно быть сильнее. Йен, соедини свою пушку Феникс с пушкой дрона. Есть, понял. Элемент активация. Феникс, активация пушки дрона. Струя. Я не могу двигаться. Тау! Эй, Йен, в тебе столько злости! Я просто хотел спасти тебя. Большое спасибо. Вы снова появились, когда нам так нужна была ваша помощь. Не благодарите нас. Никто не пострадал благодаря вам, вашему мужеству и решительности. Это потрясающе. Выиграй! Профессор, это... Я знаю. Подземный пожар. Закончил наконец. Эта штука тяжелая. Тупица, положи крышку на асфальт. Это идея. Тише. Отлично, порядок. Теперь подождем до утра. Слышишь меня? Да. Я уже у магазина. Что? О! Ты ушел час назад. Ай, мои уши. С днем рождения, доктор Джан. О, я забыла про торт. Какая беспечность. У нас еще много времени. Профессор придет позднее, мэм. Кстати, вы знаете, к кому поехал мой дедушка? А? Не знаю. Он мне не говорил. О. Дивный запах хлеба. О,
этот запах? О! 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 Утечка газа! О! А вдруг? И здесь тоже. Это Ян. Вы слышите? Ян? Уже здесь? Утечка газа из канализации. Газа? Я проверил несколько люков. Явно утечка газа. Дрон один, быстро. Пошли видео. Утечка газа. А? Странно. Система обнаружения реагирует даже на маленькую утечку. Но это невозможно! Система обнаружения бездействует! Быстрее! Отдайте приказ роботам пожарным! Да, Сэна. Роботы, вперед! Икарус, включаю! Геркулес, включаю! Утечка газа в Мега-Сити? Да, профессор. Мне кажется, вы знаете, кто стоит за этим. С ним я и хотел поговорить. Обсудим это в штабе. Феникс, включаю. Активация. Газ охватил всю зону 1 канализационной системы Мега-Сити. Скажите, что нам делать? Мне удалось отключить газ, но газ, который вытек, придется выпустить из канализации. Разделитесь, откройте люки и выпустите газ. Да, мэм! Теперь слушайте. Если в канализацию попадет хоть крошечная искра, Мега-Сити столкнется с настоящей катастрофой. Сюда нельзя. Пожалуйста, назад. В этом районе утечка газа, мэм. Персонаж появился. Начнем спектакль. Понял. Плохо дело. Пожар распространяется. Ребята, будьте осторожны. Герой на месте! Осторожно! Плазменная пила! Да, мы это сделали! Теперь роботы пожарные пожарятся! Сохраняйте спокойствие. Сюда, пожалуйста, сюда. Ну вот, мы опоздаем в кино. Учение, надо же.
Бежим туда, Кенни, успеем! Осторожно! Не ушиблись? Привет, профессор. Давненько не виделись. Ребята, профессор в опасности. Что? В честь вашего дня рождения я зажег несколько свечей, но задуть их будет нелегко. А вот и они. К нам гость. До следующего раза. Командир, вы видели? Помоги профессору, быстро! Да, мэм! Я доставлю профессора в больницу! О, нет! Что на этот раз? Ребята, огонь движется к станции метро! Нужно остановить огонь. Если этого не сделать, станцию метро охватит пламя. Я поняла, мэм. Я рядом. Командир, где находится газопровод, идущий в метро? Сейчас выясню. Вот. Вижу. Нужно изменить направление огня. Я должна добраться до газопровода. Еще немного! О, нет! Моя рука! Сэна, отойди! Да! Йен, что ты делаешь? Быстро уходи! Элемент, активация! Феникс! Активируй пушку дрона! Луч сдерживания! Йен! Горячо, горячо! Огнетушитель! Струя! Полегче? Да, спасибо. Дедушка, как ты? Роботы пожарные, я должен сказать вам кое-что важное. Да? Мегасити угрожает страшный злодей. Что? Месть Кея. Что? Значит, пожары в городе устраивает... Бывший коллега командира? Что? То есть... Он стоял за всем этим. И за утечкой газа тоже? Йен, успокойся. Дай профессору все объяснить. Именно. Лучше помолчи. Да, хватит. Эй, вы тоже в шоке. Эй. Все началось, когда были созданы костюмы роботов-пожарных. Прекрасно. Они намного лучше, чем я ожидал. Вы оба замечательно поработали. Без нового алгоритма Кея у нас бы ничего не вышло. Мэри, профессор. Что? Костюмы и правда чудесные. Ух ты! Именно поэтому я не делаю комплименты мужчинам. Они годны
Не только для пожаров. То есть? Что ты имеешь в виду, Кей? Эти костюмы нужно использовать в военных целях. Кей, ты что, серьезно? С их помощью можно прекращать войны и бороться с террористами по всему свету. Ты лишился разума? Кей, костюмы не оружие. Они сделаны, чтобы оберегать жизни людей. Помни об этом. Тушением пожаров не защитить от всех бед. Ерунда! При чем тут оружие? У него не все дома. Мы пытались переубедить его, но из этого ничего не вышло. Мне ничего не оставалось, как исключить его из команды. Секунду. Так он сделал этот костюм сам? Я слышал, что он начал работать в Gold Moon. В Gold Moon? Оружейная компания. Верно. Я поехал к нему, но оказалось, его уже выгнали. Видимо, и в Gold Moon не ужились с его амбициями. Так, отлично. Помедленнее. Идеальное место для тактических занятий. Тревога! Пожар вспыхнул на заводе по уничтожению опасных отходов. Быстрее! Нужно действовать! Я уверен, что и за этим пожаром стоит Кей. Не знаю, что он задумал, но будьте осторожны. Не волнуйтесь. На этот раз мы с ним справимся. Наверняка. Наш долг — прийти на помощь. Есть, сэр! Мэри, вернись в штаб. Им нужна твоя помощь. Да, профессор. Пожар распространяется быстро. Кто-нибудь внутри остался? Все эвакуированы, я проверил. Капитан, может, войдем? Очень сильный огонь. С нашим снаряжением входить опасно. Пока поставим машины вокруг и начнем тушить. Есть, я понял, сэр. Смотрите, роботы пожарные. Геркулес, активация! Ха! Икарус, активация! Феникс, активация! Да! Капитан, доложите ситуацию! Мы не можем войти, слишком высокая температура. Понятно, тогда войдем мы. Вперед! Что ж... Мы сделаем все, что в наших силах. Поддержим их. Есть, сэр. Это роботы пожарные. Ответьте, у нас проблема. Пожарная команда, говорите. Немедленно объявите тревогу. Распространяется токсичный газ. Распространяется токсичный газ. Он движется к зоне Б Мега-Сити. Быстрее тушите пожар. Есть, мэм. Порядок. У здания Б огонь под контролем. Вхожу внутрь. Понял. Так, здесь огонь не очень сильный. Икарус, как у тебя? Здесь тоже не очень. Феникс, Икарус, быстро в здание А. Геркулесу нужна помощь. Если здание А распадется, рухнет весь завод. Есть! А? А?
Здание А кто-то есть. Что? Но всех эвакуировали. Привет, Мэри. А? Кей, что ты задумал на этот раз? Пытаешься сберечь жизнь, сражаясь с пожаром? Как один из создателей роботов-пожарных, могу я проверить их мастерство? О, нет! Феникс, Икарус, быстро оттуда! Мэм, не волнуйтесь, все под контролем. К вам направляется Кей. Уходите! Я! Что случилось? Феникс, Икарус! Йен, как ты? Всем внутри угрожает опасность. Здание рушится. Быстрее уберите отсюда машины. Геркулес! Капитан, у вас есть немного времени. Спасибо. Геркулес, самый мощный из трех. А ты, видимо, Кей. Ты слышала обо мне. Ведь ты же был членом команды. Как ты можешь делать такое? Мне нравится твоя смелость. Вот что, если победишь меня, я тебе отвечу. Ну как, готова? Геркулес, быстрее! Нам нужно уезжать. Можешь не отвечать, Кей. Я не хочу тебя слушать. Геркулес, давай, быстрее! Иду! Нет! Йен, подожди, у меня есть план. План? Только не это. Мы в ловушке. Что делать? Геркулес, я отправила Титана. Что? Йен, давай. Хорошо. Титан, вперед! Я здесь, чтобы спасти ситуацию. Не смеши меня! Вперед! Штаб, миссия завершена. Учения закончены. Начинается настоящее испытание. Кей. Ловушка. Извините. Закончили работу? Тут такое дело. У моего друга жалоба. Понимаете, здесь очень жарко работать. Нам бы холодного лимонада. Вот что.
Вы должны сказать нам, что происходит, а потом мы решим, стоит ли в этом участвовать. У нас строгие критерии, понятно? Да. Если хотите ограбить банк, скажу сразу. Все делим на троих, понятно? А? Наконец, мой костюм перезаряжен. Эй, я задал вопрос. Я хочу знать ваш план. Мой план — сжечь Голдмунд дотла за предательство. О, пошли отсюда. Здесь стало совсем уж жарко. Да, я очень хочу домой. Судя по размерам костюма, движением, летным возможностям. Да, он взял все сильные стороны роботов пожарных. И слабые, хотя бы одну. Не знаю, но посмотрите на это. А? Что? Температура костюма 8500 градусов. Чтобы костюм Кея функционировал, нужна экстремальная температура. Неужели? Как он смог сам сделать костюм? Это Кей, у него получилось. Если честно, по-вашему, мы можем его победить? Это сложно. Вы видели его костюм? Я не боюсь Кея. Потому что глупые никогда не боятся. Эй, есть слово «смелый». Есть способ, но немного рискованный. Я появился слишком эффектно. Невероятно! Магма X! А? Так он функционирует? Я знал, вы решили украсть мои идеи и сделать Магма X сами? Но, секунду. Это ты? Кей? Помните мое обещание, что когда я закончу Магма X, я нанесу вам визит? Я покажу вам, что бывает, когда меня вкрадывают. Я покажу всем вам гнев Магма X! То есть, нам нужно изучить костюм Кея и найти контрмеры? Для этого вам троим нужно сразиться с Кеем. Я готов. Это произошло бы рано или поздно. Что ж, пусть попадется мне. Я сокрушу его одним ударом. А, как можно быть таким хвастливым? Эй, я сказал слово «смелый». Тревога! Тревога! Это не просто пожар. Был взрыв. Это дело рук Кея. Обещайте не рисковать. Если станет опасно, уходите. Особенно Тео. Осторожно. Не волнуйтесь. Наш долг — прийти на помощь. Поэтому вперед! Есть! Да, сэр! Феникс, включаю! Икарус, включаю! Геркулес, включаю! Геркулес, активация! Ха! Икарус, активация!
Феникс, активация! Да! Здесь пожар начался. Где Кей? Кей! Не веди себя как трус. Покажись! Подожди. А? Что это? Кей! Мы нашли Кея! Это не Кей, Геркулес. Видимо, в Голд Мун сделали копии костюма Кея. Они даже не действуют. Но, профессор, значит... Да, это то, чего мы боялись. Они разрабатывали костюмы оружия. Командир, видимо, Кея здесь нет. Мы начнем тушить пожар. Стой, Геркулес. Все прекратить, не тушить. Что? Не тушить? Я не понимаю. Копии этого костюма должны быть уничтожены, чтобы их не использовали как оружие. Пусть горят. Все эти костюмы – оружие? Значит, это копия. Что ж, эту я уничтожу сам. А? Что? Что это? Это все, что ты можешь, Феникс? Я вам не по зубам, детишки. Они ему не соперники. Я прикажу им вернуться. Мэй, профессор, я крайне огорчен. Вы не модифицировали костюмы роботов-пожарных. Они просто никчемны. Неужели вы собираетесь спасать людей с помощью этого металлолома? Приятель, ты что-то разговорился. Ты слишком тщеславен для обыкновенного поджигателя. Тем более, что мы все тушим. Неужели? Ладно. Тогда посмотрим, как вы справитесь еще с одним. Феникс, Икарус, готовы? Готовы! Готовы! Что ж, получайте! Элемент, активация! Пушка X, огнетушитель струя! Элемент, активация! Ледяная пушка, струя! Геркулес, огнетушитель, струя! Максимум энергии! Не останавливайся, продолжай! И это все? Сейчас я положу конец вашим жалким усилиям! Похоже на зону военных действий. Что же это? Что там происходит? Мэри, профессор, посмотрите. Вы все еще считаете, что роботы-пожарные могут спасать и оберегать жизни с этими жалкими костюмами? У меня уже кончается энергия. Выходит, сегодня им повезло. Считайте это разминкой. На следующий раз я превращу вас и ваш штаб в горстку пепла. Я не дам ему уйти. Икарус, у нас достаточно информации. Зачем его преследовать? Икарус. Благодаря вам у меня еще осталась энергия. Не переживайте, я завершу нашу миссию. Икарус, нет, стой! Оставь его, он не послушается. Нам остается только довериться ему. Ха, ты преследуешь меня? Тебе не уйти от меня. Икарус, максимум энергии. Думаешь, я улетел, потому что испугался вас? Сопротивляясь, ты сам себя душишь. Это уж очень легко.
Я отпускаю тебя, Икарус. Пока отпускаю. Битва с Магма Икс. Феникс, не дай Икарусу упасть. Понял, мэм. Феникс, активация. Геркулес. Воздушная подушка. Икарус, все в порядке? Да, спасибо. И у меня все в порядке. Уже скоро, роботы пожарные. Командир, теперь вы знаете, как нам победить Кея. Сначала я вам кое-что покажу. Изучив костюм Кея, мы пришли к выводу, что сейчас с нашим защитным потенциалом мы не можем победить. Однако у костюма Кея есть изъян. Когда Кей атакует, температура его костюма резко возрастает, при этом падает энергия. Скорее всего, сейчас Кей где-нибудь перезаряжает Магма Икс. Твоя погоня себя оправдала. Благодаря групповым усилиям. По моим расчетам, для перезарядки костюма ему нужно 12 часов. Поэтому наше преимущество в быстрой атаке. Я добавила к вашим костюмам специальную охлаждающую жидкость. Ух ты, специальную? Она гораздо мощнее обычных охладителей. Она способна замораживать мгновенно. Поэтому мы пока ее не использовали. Отлично. Угу. Значит, у нас есть шанс против Кея. Но если жидкость не подействует, боюсь, вы окажетесь в тяжелом положении. Да ладно, все не так страшно. Это не смешно, Ян. Кей хочет уничтожить и роботов пожарных, и штаб. Мало ли что он хочет. Я не боюсь его. Ян! Он прав. С каких пор мы думаем о себе, когда боремся с пожарами? Тех, кто играет с огнем, нужно проучить. Это будет трудный бой. Все, чему вы учились, ваши навыки, умения, сила воли должны помочь вам. Костюм Кея способен создать пожар, но наши костюмы могут потушить его. Вы должны найти Магма Икс и превратить в лед. Да, есть, мэм! А теперь вперед! Скоро Магма Икс будет заряжен. А? Не может быть! Как они нашли меня? Хм, это к лучшему. Если ты решил напугать нас, давай! Выйди! Покажись! Я немного удивлен. Я думал, вы побежали к своим мамочкам. Слишком много чести, Кей. Если убегать, так это тебе. Да. Что ж, решили поиграть, поиграем. Но как вам эта игровая площадка? Вообще-то плохая. Как и ты, злодей. Вы не понимаете. У этих игрушечных костюмов нет ни шанса против Магма Икс.
Не может быть! Блокируют мой огонь? Ух ты! Получается! Теперь разделитесь и атакуйте. Есть! Надеетесь справиться со мной? Отлично! Наша стратегия сработала! Мы победили его? Каково проигрывать детям? О, он снова прежний. Но температура его костюма значительно упала. Действует охладитель. Да, но, видимо, наша жидкость кончается. Раз вы меня остудили, будет справедливо, если я вас подогрею. А? Это совсем не обязательно. Я тебя просто сожгу. Давай, не жалей сил. Назад! Это опасно! Геркулес! Вы мне надоели! Что ж? Прощай, Феникс. Феникс! Спасибо, что поймала меня. Я не собиралась. Ваши жалкие потуги – ничто для Магма Икс. Эй, ты! Тебя пора остудить. Я согласна. Я тоже. С играми покончено, малыши. Поставим точку раз и навсегда. Нет. Не может быть. Я теряю энергию. Видимо, твой костюм замерз. Кей, все кончено. У меня больше нет охладителя. О, нет. Как же так? Неужели? Именно сейчас. Уходите. Немедленно. Быстрее. Нет! Как вы посмели? Вы будете наказаны! А? Что делать? Я вам кое-что отправила. Мы всегда можем положиться на вас, командир. Геркулес, активируй пушку дрона! Икарус, активируй пушку дрона! Феникс, активируй пушку дрона! Ваши дешевые трюки вам не помогут. А теперь струя! Это невозможно! Ну же! Продолжайте! Не останавливайтесь!
Мы его победили? Да, победили! Превратили в лед! Вы все молодцы. Кей побежден, но нам как-то не очень весело. Я понимаю. Вероятно, потому что он был одним из нас. А может быть, сделан еще один Магна Икс? Нам удалось уничтожить Голд Мун и лабораторию Кея. Но информация просочилась. Мне трудно сказать что-то определенное. Значит, не исключено, что злодей, подобный Кею, сделает такой костюм? Верно. Поэтому мы намерены модифицировать ваши костюмы. Мы должны быть готовы защитить Мегасити от таких, как Кей. Значит, появятся роботы пожарные 2. Пожарная тревога, пожарная тревога. Так как? Вы по-прежнему в форме? Конечно, мэм. Ведь мы роботы пожарные. Наш долг прийти на помощь. А теперь действуйте! Вперед! Роботы пожарные! Озвучено по заказу CLS Media в 2018 году.